первый день российской войны, российско-украинской, вару. Паники нет, немножко у нас осталось движение, с утра было и все забито. Не встать, не выйти. Сейчас уже все спокойно, нормализовалось, продукты есть. Закрыт. Закрыт магазин. А что закрыт? Эвакуация. Эвакуация. Ну, поедем в АТБ, попробуем посмотреть. Снимаешь? Сирена по городу прозвучала, да, это сигнал эвакуации, ну что, конечно. Можешь не пристегиваться, разрушаю сегодня ночь. Так, едем в АТБ, Варус проводит эвакуацию, была сирена по городу. Сейчас едем, посмотрим, что творится в АТБ на автовокзале. Потому что по некоторой информации шумно. Потому что может быть артиллерийский обстрел воинской части нашей. Потому что Кацап уже на Каховке. Сейчас 17.21, да, 24 февраля. Первый день российско-украинской войны. Пока вооруженные силы дают достойный отпор, я потом мы вот, хочу успокоить людей, не надо снимать наличность. Посмотрите справа, очередя у терминала, люди выгребают наличность, но при этом работает Приватбанк. Имеется в виду платежи через Google Pay, через, ну, как это правильно назвать, через терминалы. На заправках заправиться можно. Никаких проблем с этим нет, несмотря на активные боевые действия, которые российская артиллерия ведет по мирным городам Украины. Сейчас с вами едем. Были в Варусе, там эвакуация объявили, сирена по городу. Артиллерийские налеты возможны. Поэтому... Что, прям? А, ну да. Да, не туда. Сюда, не туда собрался ехать. Сюда. Приостановились.
захвачена Каховская ГРЭС. Опять же, по неподтвержденной информации. Либо наши части отошли, либо это поехал паренек 17-й танковой бригады. Он уже мобилизирован, насколько я знаю. Сейчас мы с вами посмотрим, что творится в АТБ. Не закрыт ли он на эвакуацию? Напомню, наверное, где-то час назад прозвучала сирена. Всеобщая эвакуация города Никополя. Потому как готовится массированный артиллерийский обстрел нашей воинской части. Часть ГСМ. Марганецкую часть они уже обстреляли, но им не повезло. На этой части были пустые банки консервные. Настоящий склад боеприпасов находится в другом месте. К счастью, они его не знают. Так, автомойка. У нас есть два жетона, надо их применить. Супруга махнула рукой, не хочет. А я хочу помыть машину. Ну ладно. Едем в АТБ, посмотрим. Так, ну бензина нет, не про нефть. Бензина нет, ну, а на крупных АЗС бензин есть. Так, тут нема ограничения. А, есть дальше, да, тут знак. Ну, был, его зарисовали, или он выгорел. Хорошо, поедем по правилам. Повернем по правилам. Сейчас посмотрим. Ну, тут, конечно, я не могу сказать, что магазин пустой. Полиция по городу ездит. Напомню, что введен режим военный. Сейчас мы тут проканемся завтра и сходим посмотрим, что происходит в АТБ. Каша есть, гречка есть, все есть, да? Ну, немножко выгребли, что тут у нас было. Вермишель, самое дешевое. Зачем тебе это не нужно? Мари, не надо, ну, по всему, что-то нормально видно, не надо. Ребята, я усварю картошку. У меня есть мясо. Это же жога, это болезнь всех, не надо. Главное, что тут напиться здоровый. Или минерал. Что из напитка там будет? Так, ну не знаю.
минералку. Бутылированная вода есть. Я набрал ее. Где-то у нас есть. О, трикер. Стали сегодня круассаны, да? И еще хлеб подвезу. Вот это. Блин, такая бедуха, 120 гривен. Ничего нормального нет. Да, я из-за рыбы не... Так, уши каши по всему. Угу. А то, что есть еще.
все добро. Я понял, что сейчас будет, переживай. Вот, искать его надо. Продукты есть, без паники, жизнь продолжается, пока понесут потери. Вот наша техника поехала, снимать ее не надо, это выдаст, это бойцы поехали, не надо ее снимать. Нельзя распашивание войск.